Еще в 80-е годы конструкторским бюро приборостроения была решена проблема оснащения подразделений ротного звена недорогим по стоимости, высокоточным, практически снайперским управляемым оружием. Первым комплексом такого класса вооружения стал легкий переносной противотанковый комплекс «Метис» с дальностью стрельбы до 1000 метров. Заложенные в комплексе перспективы совершенствования позволили создать еще более могучий, многоцелевой, всесуточный противотанковый комплекс «Метис-М» с дальностью стрельбы до 1500 метров. Комплекс «Метис-М» состоит из пусковой установки, выстрела с управляемой ракетой калибра 130 мм и тепловизионного прицела. Система управления комплекса полуавтоматическая, с передачей команд управления на ракету по проводной линии связи. Главная отличительная особенность комплекса семейства «Метис» — это простота конструкции ракеты, на борту которой практически нет сложной аппаратуры управления, как следствие определяющей невысокую стоимость ее производства и высокую надежность функционирования. Элементами бортовой аппаратуры управления ракеты являются только обыкновенный пиротехнический трассер, катушка проводной линии связи и рулевой привод, работающий на энергии набегающего потока воздуха. Ракета комплекса «Метис-М» по составу блоков практически близка к неуправляемому снаряду. В течение всего срока хранения ракета контрольным проверкам не подвергается. Вес управляемой ракеты комплекса в транспортно-пусковом контейнере — 13,8 килограмма. Высочайшей точностью ракета комплекса «Метис-М» доставляет свой заряд к цели на дальность 1500 метров всего за 8 секунд. Многоцелевое назначение комплекса обеспечивается применением двух типов боеприпасов — кумулятивного и термобарического, конструктивно выполненных в одних габаритах. Могучая кумулятивная боевая часть с лидирующим зарядом пробивает броню толщиной 800-850 мм за динамической защитой, что позволяет поражать современные танки армий всех стран мира. Ракета, оснащенная термобарической боевой частью, обладая фугасным воздействием огромной разрушительной силы, позволяет эффективно поражать укрепленные инженерные сооружения и не дает шансов на выживание живой силе противника, укрывшейся даже в хорошо укрепленных объектах. Сочетание снайперской точности попадания ракеты, могущества боевых частей и невысокой стоимости боеприпасов позволяет применять комплекс по опасным малоразмерным целям, таким как снайпер, укрепленные огневые точки, а также для подавления средств управления боем. Наиболее сложным устройством комплекса «Метис-М» является многоразовая пусковая установка, несущая в себе секрет управления простой и могучей ракеты. Она включает в себя прицел прибор наведения, электронно-аппаратурный блок управления, треножный станок с приводами вертикального и горизонтального наведения и систему запуска ракеты. Для обеспечения стрельбы ночью на корпус пусковой установки устанавливается тепловизионный прицел, который обеспечивает эффективную стрельбу ночью и в затрудненных метеоусловиях на дальностях до 1500 метров. В процессе боевой работы оператор, исходя из условий видимости, может быстро менять режимы наблюдения за целью с оптического на тепловизионный и наоборот. Комплекс «Метис-М» является носимым и переносится во вьюках. Комплектация вьюков может быть различной, исходя из условий постановки боевой задачи. Вариант вьюка номер один – пусковая установка и тепловизор. Общий вес вьюка — 18,5 килограмма. Второй вариант вьюка номер один — пусковая установка и ракета. Вес этого вьюка — 24,6 килограмма. Вьюк номер два во всех вариантах комплектуется двумя ракетами. Вес его составляет 28,6 килограмма. Комплекс мобилен и может быть доставлен солдатам в самые труднодоступные места проведения боевых действий. Для расширения диапазона боевого применения комплекса, а также увеличения боекомплекта, комплекс может размещаться на любых автомобилях, а транспортировка вьючного варианта благодаря компактности и малому весу не представляет проблем.
За 15-20 секунд комплекс переводится из походного положения в боевое и обратно, имеет высокую скорострельность, позволяет вести стрельбу с подготовленных и неподготовленных позиций, из положений, удобных для оператора. Лежа, стоя из окопа, с различных боевых машин. В развернутом боевом положении комплекс позволяет расчету свободно перемещаться по линии переднего края и менять огневую позицию. Небольшие габариты и вес, оригинальность конструкции треножного станка пусковой установки позволяют производить стрельбу со всех достаточно устойчивых поверхностей, с кабин автомобилей и в необходимых случаях с плеча с упором на местные предметы. Плавность хода и точность механических приводов наведения, хорошо зарекомендовавших себя на предыдущих образцах, снижают требования к квалификации оператора. Полный курс обучения расчетов для боевой работы комплекса «Метис-М» довольно прост и составляет 16 часов. Комплекс «Метис-М», как и все комплексы управляемого вооружения, имеет средства технического обслуживания и учебно-тренировочные средства. В силу высоких боевых и эксплуатационных характеристик и удовлетворения всем требованиям к оружию переднего рубежа обороны по скрытности и мобильности, комплекс «Метис-М» в сочетании со стрелковым и гранатометным оружием значительно повышает эффективность подразделений ротного звена и ставит их на более качественный уровень. Заложенные в комплексе «Метис-М» перспективы совершенствования позволили разработать высокоэффективный модернизированный ракетный комплекс «Метис-М-1». Комплекс «Метис-М-1», сохраняя положительные свойства комплекса «Метис-М», обеспечивает резкое повышение основных характеристик. Максимальная дальность стрельбы днем и ночью увеличена с 1500 до 2000 метров. Бронепробиваемость повышена с 850 до 950 мм. Модернизированный комплекс «Метис-М-1» состоит из пусковой установки 9П-151М с тепловизором и управляемых ракет, 9М-131М с кумулятивной тандемной боевой частью, 9М-131FM с термобарической боевой частью. Модернизированные ракеты выполнены в габаритах и массе штатных ракет. Модернизированная пусковая установка 9П-151М выполнена на микропроцессорной элементной базе. Масса модернизированной пусковой установки уменьшена на 1 кг и составляет 9,5 кг. Особенностью проведенной модернизации является то, что все пусковые установки и ракеты комплексов семейства «Метис» взаимозаменяемы и могут эксплуатироваться в любом сочетании.